Ребята, привет, приветики! Вы на канале «Из жизни сетевика». Зовут меня Светлана. Сегодня у нас 30 декабря уже. 6 градусов тепла. Время 9 с чем-то утра. На улице темно, пасмурно. У людей тоже горит свет. Вот, я проснулась. Я остав еще в деревне. Я проснулась и буду сейчас потихоньку начинать свой день. Так, моя хамидрея, по-моему, да, и называется вот этот цветок. Растет прекрасно. Вот эти я вчера отщекнула немножко, чтобы они шли в разные стороны, короче. Вот что с моими помидорами случилось. Кот в них посидел тоже. Ну, я один раз забыла их тоже полить. Ну, и мята пока тоже вот такая вот. Так, у нас, я говорю еще раз, пасмурно. Я включила свою эту лампу, чтобы не включать свет, потому что как бы не так уж темно, но и не так уж и светло. Вот, сейчас сделаю себе чай. Вот наша кухня. Да, вот котейка. Докушал, ну молодец, кушал. И потом посмотрим, как будет наш день дальше двигаться вперед. Ну что, ребята, я уже позавтракала. И давайте... План на день сегодня с вами какой у нас будет. Обязательно мне надо закончить уборку. Это попылесосить. Но у меня такой сумасшедший здесь пылесос. Он прям визжит. Я уже как-то рассказывала. Я не знаю, каким попылесосить. Тут, наверное, соседи в шоке будут. Ну, ничего, перетерпят. Я тут тоже иногда многое перетерпливаю. Так что от соседей. Так, смотрите, тапочек, который я уже довязывала, да, и еще мне осталось чуть-чуть довязать, я потом позже покажу. Я уже второго тапочка начала вязать тоже подошву. Так, надо, хочу закончить еще сегодня с тапочком. И давайте, наверное, прямо сейчас, потому что я потом просто-напросто забуду, пока я сбрасываю материалы для новых видеороликов, будем с вами собирать вот этот сапожок. И как-то его надо будет прикрепить под елочку. Так, сейчас вскроем, посмотрим, что там внутри, что тут вообще написано. Так, все это китайское. Для детей старше 3 лет. Отлично, мне подходит. Так. Опять дождь на улице пошел. Князь сидит, наблюдает. Короче, да, думала, что зима будет со снегом, а тут вот оно как. Так, давайте доставать. Так оно скрывается. И посмотрим. На улице вообще конкретно такой дождь идет, слышно по стеклу. Так, смотрите, что у нас получается. Сапожок довольно-таки большой по размеру. Он из флиса. Вот. Это вот так вот у нас должно быть. То есть сверху типа манжетика такого. Вот. Прилепим сюда аппликации этого оленя. И повесим его вот сюда, и будем надеяться, что кот его не снимет. Как повесить, я не знаю, может быть, какую-то сделаю петельку или что. Короче, будет такой сапожок у нас. Разутюжить бы его еще, конечно. Наверное, флис не разутюжится, чтобы не спалить вообще. Короче, не знаю. Или пусть так будет. Так, сейчас посмотрим, как этого оленя цеплять. Он большой должен получиться. Инструкции нету вообще никакой. Так, и вот эти вот... тоже из флиса, и они на липучках, я так поняла. Так, сейчас я достану, разложу их непосредственно, как оно должно выглядеть по порядочку, ну и попробуем сделать. Не знаю, сейчас я посмотрю, может, все-таки поутюжу. Так, я немножко проутюжила сапожок аккуратненько, и вот так все это дело выглядит. Вот оно получается, сзади идет клейкая основа, видимо. Вот так немножко сложила. Сейчас потихонечку буду собирать и покажу, что получится. Вот такой он должен получиться. Ну, посмотрим. Начинаем. Так, ну что, повесила я этот сапожок. Готов. Вот. Есть у меня уже часть подарков, которые можно туда положить. Остальные нужно будет забрать у родителей, кстати. Вот, к ним я пойду, наверное, 1 числа. И, наверное, сейчас знаете что? Я, наверное, сейчас начну уборку, быстренько поубираю
И потом уже буду сидеть и заниматься тем, чем мне хочется. Балдеть, короче, буду. Ну, классный получился. Он большой. Он реально, смотрите, какой прям огромный. Класс. Приходил папа, надо было тут ему кое-что отдать, кое-что забрать. И попросила я его, чтобы он мне принес стеклянную полулитровую банку с плотной крышкой. Короче, он принес всасывающую крышку. Я ее прорезала вот здесь, вот так. И буду собирать сюда монетки. Почему стеклянную? Чтобы я видела, сколько там накопилось. Так, это клей потек. И чтобы я не особо смогла ее открыть, я специально попросила всасывающую. И я взяла, прежде чем ее прикрепить, налила клея. Суперклея, короче. И вот он уже потек. Сейчас еще заклею немножко наклеечками. Вот у нас были такие наклейки. В пятом элементе мы их покупали. И вырученные средства шли на благотворительность. Вот, сейчас еще, наверное, приклею сюда, чтобы красивее смотрелось. И буду сюда вот монетки потихоньку сбрасывать. И не знаю, посмотрим. Пока полностью не заполнится, наверное, буду бросать. Посмотрим. Так, сегодня у нас 30-12. Вот, я уже набросала. Папа тут мелочь немножко тоже свою скинул. Вот. Так что посмотрим, что получится. Сейчас еще наклею пару наклеек. Штучки две, наверное. Вот. И принес он мне пылесос. Мама там что-то не понравилось ей, короче. С этим пылесосом, короче, не хочет она, как это, привыкать к новым технологиям, скажем так, да. Вот, поэтому принес. Сейчас я его тогда, этот пылесос, и запущу. Пусть пылесосит. Потом сначала полностью по квартире пущу его на максимальную эту, чтобы попылесосил. Потом по углам пройдусь сама. Ну и потом уже руками помою пол сама. Так, ну что, ребят, мы с князем и с пылесосом с нашим поубирали, помыли полы, помыли обувь, все-все-все, опять стало пасмурно, только солнце недавно светило, опять стало пасмурно. Я кушала, кстати, вот не успела снять, я покупала, кто смотрел мои видео, видели, господи, не, относительно недавно драники в миксе. Знаете, в принципе, нормальные, можно кушать. Но я грела в микроволновке, если бы на сковороде еще поджарить, вообще было погодь. Хорошие, мне понравились. Так, и сейчас я хочу сделать себе чай. Тут я варю куриную грудку для себя и для князя. Что-то он там в комнате уже делает, я прислушивалась. Для себя и для князя. Так, и сейчас покажу кое-что. Опять пасмурно стало, темно. Вот только-только светло было. Так, и я хочу, знаете, что попробовать сделать? Я в фикс-прайсе покупала вот такую маленькую терочку. Первый раз я ее увидела у Андрея, мамы, у моей бывшей свекрови, скажем так. Вот, прикольная она. И я взяла имбирь, купила. Сейчас я кусочек отрежу, почищу его. Дождь пошел. Ох, и зима. Сегодня 30 декабря. Смотрите, какой дождь. Видно, да? Проливной прям. Видите? Присмотритесь. Видно на камеру, я вижу. Трындец. Вот это да. Или град. Наверное, даже град по подоконнику стучит. Короче, снега нет. Вот, и сейчас я на терочку хочу натереть этот имбирь и добавить туда, выжать и сок добавить туда к себе в чай. Мне осталось помыть туалет, ванну, здесь раковину еще помою хорошенечко. Ну и все, я готова.